Руководство мадридской больницы «Карлос III» обнародовало видео, на котором показана подготовка палаты к приему второго пациента, заболевшего в Африке лихорадкой Эбола. По мнению персонала, были соблюдены все необходимые меры для предотвращения заражения. В то же время заболевшая медсестра Мария Тереза Ромео признала, что могла дотронуться до своего лица перчаткой, в которой ухаживала за скончавшимся от заболевания священником. В карантин помещены 5 человек, десятки других находятся под наблюдением. О том, что послужило причиной заражения медсестры, рассказал врач и эксперт по тропическим болезням Герман Рамирес Оливенса после тщательного анализа ситуации. Она уточнила, что могла дотронуться перчаткой до лица. Мы хотим знать, были ли допущены ошибки в процессе надевания и снятия защитной одежды. Пока ни у одного из находящихся в карантине людей вирус не выявлен. В то же время у стен больницы «Карлос III» медперсонал требует от руководства предоставления полной и исчерпывающей информации о сложившейся ситуации. «Думаю, что они не соблюдают правильно все меры предосторожности, не делали этого и с самого начала, говорит санитарка Дженнифер Медина. Нас держали за идиотов, говоря о необходимости ухода за пациентами и при этом не думая о здоровье персонала. Они вообще не обращают внимания на здоровье населения. Они делают только то, что позволит им выглядеть прилично в глазах общественности. Нет иного объяснения. Теперь, надеюсь, эта женщина поправляется и не будет других заболевших». Соседи, заболевшие медсестры, волнуются. По их словам, Мария Тереза контактировала с десятками людей и пользовалась общественным транспортом. Впрочем, пока других случаев заражения не выявлено.